Shema, Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Шалом, друзья! Сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как мы можем послужить Богу. Что можно сделать такого, чтобы угодить Богу? Что можно сделать для того, кто не имеет ни в чем нужды? Что можно сделать для того, кто сам является даятелем, который сам дает все необходимое для жизни нам, людям? Какими своими действиями, какими своими словами мы можем ублажить Бога? Мы обратимся к одному эпизоду из Старого Завета, из Танаха, который рассказывает о Корее. Очень известная история, когда Корей и его приспешники выступили против Моисея в том, что тот якобы слишком близок к Богу, а все общество, оно тоже Божие, и Бог вроде бы как был обязан и с ними разговаривать так же, как и с Моисеем. Вы помните, что история закончилась тем, что земля разверзлась и поглотила живыми Корея, его семью. Под землю ушли шатры, дети, женщины, мужчины, все те, кто был на стороне Корея. Зрелище это наверняка было весьма необычным и устрашающим. Но что мы читаем в книге чисел, в 16 главе? «На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: вы умертвили народ Господень. Прошла всего лишь ночь, и общество обвиняет Моисея и Аарона в том, что они умертвили общество Господне, сынов Господних». Эта история наталкивает на определенные размышления. В чем же состоит суть служителя, Божьего служителя? Само словосочетание «служитель Божий» всегда вызывает у нас определенные ассоциации. Это человек, который служит Богу. На то он и Божий служитель. Как мы сегодня служим Богу? У нас есть различные служения. Прославление, танцевальное служение, множество других. Мы даже приходим в определенный день, или в субботу, или в воскресенье, в собрание верующих людей и называем это богослужением. Мы пришли на богослужение, отсидели несколько часов и ушли домой. Этим ли мы послужили Богу? Я хочу обратить ваше внимание на один очень важный момент. Мы прочитаем об этом из Брит-Хадаша, из послания к евреям. Пятая глава говорит нам следующее. Автор послания к евреям обращается: «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемых для человеков поставляется на служение Богу». Еще раз. «Всякий первосвященник». Речь даже не идет о священниках рядовых. Речь идет о первосвященнике, который поставляется из человеков и поставляется, написано, для человеков. Он поставляется для людей, для служения Богу. Что же получается? Вывод напрашивается сам собой. Послужить Богу можно только служа людям. Мы ничего не можем предложить Богу, как будто он в чем-то нуждается. Мы не можем предложить ему дел своих рук. Бог не нуждается в творении рук человеческих. Мы можем предложить ему только наше служение другому человеку. Это и будет засчитано за служение Богу. Далее в послании к евреям написано: «Чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущие снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен
немощи. На служение людям, человеком, поставляется человек, который может понять и окружающих себя людей, потому что и сам обложен немощью. Это и есть настоящее служение Богу. Вывод, к которому мы можем прийти, нам, как царству священников, как мы любим говорить, обществу Господнему, необходимо жить такой жизнью и нести такое служение, которое было бы Богу, которое было бы богоугодным. И это служение напрямую связано с людьми. Почему я вспомнил о истории Корея? Потому что дальше Бог сказал Моисею отступиться от общества для того, чтобы истребить их. Попросту Бог повелел Моисею, сказал: «Отойди от этих людей, и я их уничтожу». И в этот момент Моисей проявляет непослушание Богу. Именно так оно выглядит. Бог ему запретил быть вместе с этими людьми, повелел отойти от этих людей, а он делает наоборот. Он падает на свое лицо и заступается за этих людей перед Богом. И уже даже не обращаясь к Богу, но обращаясь к своему брату Аарону, первосвященнику, говорит: «Возьми кадильницу, положи туда курение и беги, заступи общество от истребления». Очевидно, это истребление шло какой-то полосой, его было видно физическими глазами, потому что Аарон знал, куда бежать, и он стал между этими мертвыми, только что умершими людьми, скошенными, и между живыми. Заступил своей кадильницей и положенными туда благовониями. Такое непослушание не было наказано Богом. Оно было принято как высшее проявление служения людям и, соответственно, служения Богу. Мы видим очень хороший пример. Мы имеем этот пример в наших Библиях, в наших Писаниях, как можно служить Богу. Я не призываю ослушиваться Бога, не слушать Его – это исключительные моменты. Но то, что мы можем делать в своей повседневной жизни, в своем повседневном служении – это любить людей. Сам Господь, Спаситель, Иешуа, Иисус Христос, пришел на эту землю именно для этой цели. Он пришел сюда как служитель. Мы читаем об этом в Евангелиях, о том, что Он был царем, царем Израиля, о том, что Он являлся Божьим Сыном, но вместе с тем о Нем ясно сказано, что Он является служителем. Он сам о себе говорит: «Я пришел послужить». Именно поэтому Он умывал ноги Своим ученикам, показывая пример служения другим людям. Именно поэтому каждый человек, который хочет быть служителем, не должен начищать свою корону, чтобы она блестела, но должен брать это полотенце, опоясываться и служить другим людям. Служение, прежде всего, перед Богом – это служение окружающим вас людям. Мое слово к вам о том, чтобы вы любили людей, служили этим людям, и это будет благоугодно. Об этом я хочу помолиться. Отец Небесный, я прошу Тебя о том, чтобы наше сердце было открыто к тому, чтобы понимать Тебя как нашего Отца. Пусть Твое откровение все больше и больше вселяется в сердце каждого из нас, и это сердце будет способно исполнить Твое призвание в служении Тебе, в служении окружающим нас людям. Да благословит вас в этом Господь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.